Здравствуйте! Есть у нас такой кусочек дерева, из него мы будем делать аиста. Я могу делать не рисуя, но я для того, чтобы показать, как моделировать деревянное изделие из дерева, нарисовал вот такое изображение. Почему я так выбрал? Вот если у нас есть такой кусочек дерева, то надо сделать так, чтобы это изделие было прочное. У нас волокна идут вот так, сверху вниз. И по волокнам нам надо сделать клюв и шею, чтобы они не отломались. Так, по контуру обрубаю все по линии топориком. Видите, все двигается очень топором быстро. Вот что у нас получилось. Такой получился у нас обрубочек, с которым мы будем сейчас стамесками делать аиста. Сейчас сделаем здесь на плечах прорези под крылья. Вот здесь у нас будет одно крыло, здесь другое, и будем его делать с такими распростертыми крыльями, сделаем, чтобы он был интересный. И дальше вырезаем ему шею, плечи и подгоняем его к образу. Тут я еще поработаю немножко топором. Сделаем ему потоньше шею. И не забываем, что здесь скалывать нельзя, тут у нас голова будет. Вот, и сделаем потоньше клювик. Зачем ведь резать стамесками то, что можно вырубить топором. Ну вот я сделал такую первую обработку аиста. Аист у нас по украинском языке называется лелека. Местные еще есть диалекты, которые называют его черногуз, бусел, бузик. А литературное слово лелека. Будем делать дальше. Сделали мы ему крылышки из досочек маленьких. Это тоже были такие сколы. Мы их использовали. И теперь на таких шкантиках будем вставлять. Еще одно крыло. Тоже вставляем. Вот так вот у нас выглядит аист. Здесь у нас еще есть дырочки. Мы вставим сюда, потом ножки вырежем. И будет у нас стоять вот так аист. Но это уже будет работа следующих видео. Всем хорошего настроения и до новых встреч!